Состояние раненого советника посольства Беларуси в Турции остается тяжелым. Накануне вечером в Анкаре в него стрелял неизвестный, который после покушения покончил с собой. Александр Паганшев возвращался домой с ребенком, когда в дипломата стали стрелять. Ребенок не пострадал, а советник посольства был доставлен в больницу. Его экстренно прооперировали. По информации представителей турецких властей, нападавший навещал свою сестру, которая живет в том же доме. И ранее у него был конфликт с белорусом. Также сообщается, что атакующий был психически неравновешен. Человек, которого мы считаем виновным, бывший военный. Он совершил самоубийство в квартире, принадлежащей его сестре. Согласно нашим данным, в этом инциденте нет политических мотивов. Но наши коллеги расследуют все до мелочей. Сейчас пострадавший находится в отделении хирургии. Даст Бог, он выздоровеет как можно скорее. Расследование инцидента на контроле турецких властей. Информация оперативно поступает белорусскому МИДу.